На самой загруженной автодороге республики Сыктывкар-Эжва сегодня появились экспериментальные элементы дорожной разметки. Подрядная организация установила здесь катафоты. Белые на сплошной линии, разделяющие дорожное полотно. Желтые на нерегулируемых пешеходных переходах. Это дополнительный ориентир для водителя. Водитель лучше видит дорогу. И в частности осевую линию сплошную. 100-150 метров, да? Светоотражающие элементы имеют также шумовой эффект. При наезде они издают звук, который должен привлечь внимание водителя и усилить бдительность вблизи пешеходных переходов. Как отмечают автоинспекторы, эжвинская трасса выбрана не случайно. Именно этот участок дороги, поскольку он имеет довольно-таки интенсивное движение автотранспортных средств, а в том числе имеет пересечение с нерегулируемыми пешеходными переходами и пересечение пешеходных потоков с потоком транспортных средств. Отметим, что в России катафоты при дорожной разметке давно с успехом используются. Если в коме идея приживется, светоотражающие элементы появятся и на других участках дорог.